Алло, меня тоже слышно. Алло. И вас. Уважаемая команда, вы, конечно, нам сейчас представитесь, это все замечательно, но в процессе проведения игры называйтесь, пожалуйста, команда номер 1, 2, 3, 4, 5. Нам легче будет записывать ваши заслуги, чтобы ничего не упустить. Хорошо? Итак, а теперь попросим нашей команды представиться. Пожалуйста, назовите имя вашей команды, не стесняйтесь, мы не кусаемся. Пока. И ваш девиз. Мы решили назвать нашу команду Flabbergasted. Google переводчик переводит это как «дряблый ахнул». Мы не знаем почему. Наш девиз – «Gaudamus igitur». Наша команда. Готэ! Наш девиз. В городе наступает ночь, только переводчик способен помочь. Наша команда и переводчики. Наш девиз. Переводи всегда, переводить везде и людям помогать в беде. А наша команда называется Trans7, Translating for Life. Наша команда агенты 00794 и наш девиз «Вейнмер лучше всех!». У нас название такое же оригинальное, как девиз предыдущей команды. В общем, название нашей команды «Лингвисты Вейнмеха», а наш девиз «Нет в жизни большего успеха, чем быть лингвистом Вейнмеха».